тему к тому, что здесь Тарвизио не только скоростной спуск сегодня, а завтра еще и супергигант. Еще раз повторюсь, отбор. Отбор на финал Кубка мира. Ну, а такие спортсменки, как Доминик Гезин, конечно же, себе место зарезервировали. В том, что Гезин идет на 11 месте. Скоростной спуск. И, конечно же, лучший вид у нее супергигант. Это понятно. Но и скоростной спуск, вы знаете, Гезин может удивить. Может здорово выступить. Тому подтверждением соревнования Воры на прошлой неделе. Очень ровненько надо пройти бугры. Так, здесь собрано. Здесь очень смело. Как правило, хорошо ведет лыжи. Ну вот с аэродинамикой, как правило, проблемы у Гезин. Вы знаете, высоковато стойка, редко она закрывается. И вот это, конечно, главный минус у нее в скоростном спуске. Может, поэтому и максимальные скорости редко показывает Гезин. Видите, у нее 113,7. Хотя не так уж далеко от максимального сегодняшнего показателя в 115. Хотя этот показатель Лин Симон вполне может перебить. Есть такое мнение. Итак, Ингрид Жиркомо по-прежнему лучший результат. Заметно, заметно отстает Доминик Гезин по ходу дистанции. Лыжи Дюнастар не так хорошо скользят сегодня. Пятый результат у Доминика Гезин. И вот так вот, видите, в отчаянии хлопает себя по шлему Доминик Гезин, понимая, что были допущены ошибки. Еще раз повторюсь, не идеальная аэродинамическая стойка, это точно у швейцарки. Но сейчас спортсменка, безусловно, способна показать очень быстро.